FFA, Channel 2. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 24 января католическая церковь Степана Святого Франциска Сальского, учителя церкви, покровителя католической прессы. В качестве своих небесных покровителей Франциск избрал святых Франциска Ассизского и святого Филиппа Нери. Франциск прославился как писатель. Его сочинение о благочестивой жизни было издано на русском языке по инициативе отца Александра Меня. Умер Франциск Сальский в 1622 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Струсевича. Послужил в Украине. Арестован в январе и заключение в Ярославле и на Соловках. В ссылке в Архангельской области. Расстрелян 18 января 1938 года в Сыктывкарской тюрьме. Пресвятая Троица, из глубины души взываю к тебе. После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы». Новости из Ватикана по-русски. Утром 23 января Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике святую мессу третьего воскресения Слова Божьего. И в своей проповеди подчеркнул, что в центре жизни народа Божьего и духовного пути каждого христианина находится предвечное, спасительное и близкое Слово Божье. Создан Словом Бога, отметил Святейший Отец. И во Христе, в Своем извечном Слове, Небесный Отец избрал нас прежде создания мира. Поэтому верующие призваны всегда взирать на Иисуса. Его Слово открывает людям истинный лик Бога. В начале земной миссии Христос прямо заявляет о своих целях. Он пришел исцелять сокрушенных сердцем, освободить бедных и угнетенных. Всемогущий Бог являет нам свою близость. Он нежно заботится о людях и беспокоится об их судьбе. Он становится человеком и приходит в мир, чтобы согреть и осветить каждого из нас, поддержать в трудностях с помощью своего слова. Но как его воспринимают люди, задался вопросом Папа.